Ну что, ребят, в этом месте у нас начинается новая миссия. Ограбление поезда. Забирайся на поезд, Рико, и двигайся на нем до склона. Так, ребятки, ну что, вперед! Летим! Да ты гонишь! Ха-ха. Смешно, блин. Так, цепляемся. Я на поезде. Давайте сейчас высадим пассажира. Но пушками управляют бойцы черной руки. Уже нет. Проверь-ка у них билеты. Противник захватил поезд. Поднять в воздух вертолеты! Ну и где вертухи-то? Ребят, ну оказывается, не все так и сложно. Так, еще одна. Ай, блин, все-таки запустил. Ух ты, у нас там танк. Нифига себе. Так, еще один. Так, ребят, вертуха. Да блин, как он так стреляет-то? Да вот и все. Ну блин, ну только не на пути. Ой, техника. Не, технику, ребят, надо подбивать. Потому что за это мы с вами получаем очки. Весьма ценные. Да блин, нет! Все? Пока! Итак, мы с вами видим, вот тут у нас отметочка. Надо полагать, у нас там будет пункт назначения, куда нам не нужно пригнать этот поезд. Поезд останавливается. Остановить тебя на аванпосту. Изи! Да, пульт на посту охраны. Подключи меня, я все сделаю. Да ты что, серьезно? Так, ладно, ребят, полетели. Ух ты, блин! Да, посадочка, ребят, неудачная. Изи, нам нужно двигаться. Да, блин, не дают мне... Ой, блин. Не дают мне получить доступ к базе данных. Ну ладно, в принципе, это не проблема. Ну давай. Вау, нифига, прячься! Ух! Нифига себе. Так, ну что, может быть, тогда сейчас попробуем? Еще один. Да вы что, офигели? Что-то там закинул. Ой, ё-моё. Да, блин. Да я слышу тебя. Да подожди, нужно добежать вот до этого пульта. Не смейте в меня попадать. О, да. Все. Погнали. Ёлы ты палы, а. Так, мы продолжаем с вами стрелять. Я тебя понял. Отдыхай, Вася.
Ну что, нам тогда, получается, к головному вагону нужно проследовать. Хорошо, ты на месте. Противник пытается захватить партию оружия. Нужно немедленно ее уничтожить. Я готов. Судя по всему, черная рука скорее подорвет эту штуку, чем позволит нам ее захватить. Что ж, вполне ожидаемо. Задержи их. Я высылаю подкрепление. Сержанта, называй цели Рико. Посмотрим, на что эта малышка способна. Штаб. Ой, откуда? Прицеливается отсюда. Не, пушечка, ребята, правда, мощная. Осторожно! Чё там? Я понял. О, да. Красотища, ребят. Потрясающая штука, Мира. О, может мне тогда отозвать подкрепление? Нет. Ух. Так, нормально, у нас там неплохой запас прочности. Все окей. Пока что. На свалке РПГ. Отправлены танки с... Где? Вижу. Рико, я вижу еще один поезд. Кажется, они собираются тебя протаранить. Черт, С2. Стреляй! Ну да. Ну что, ребят, полторы минуточки. Еще один РПГ на башне церкви. Приближается еще один бой, Рико. В этот раз с другой стороны. Принято. Так, ну давай попробуем достать. Хотя подожди. Сначала вертуха, потом все остальное. А, не сегодня. Ребят, 50 секунд. Нифига ты всадил. На, в ответку. Так, еще танки будут. Так, а вот и танк. Едет еще один. Давайте прям на подступах разбираться с ними. Ну что, буквально остается 10 секунд. И у нас в активе очередное выполненное задание. Последние. Ясно. Сержанта поможет Ланце забрать пушку. Держись там. Эй, Рико, командная работа, да? Ты как, Рико? Нормально. Думаю, пушка должна сработать. Хотел бы я увидеть ее в действии. Увидишь. Я верю в план Миры. Нужно использовать против Оскара его же технологии. Ха. Уничтожить всю сеть изнутри — гениально. Ты оказал на нее сильное влияние. Я ведь еще не извинился за то, что продолжил работать над проектом Эллапа без твоего отца. Помощь в уничтожении зоны 1 — лучшее извинение.
Как жаль, что Мигель не видит, чего ты добился. Ты вырос сильным мужчиной, Рико Родригес. И ты меняешь Солис к лучшему. Да, я меняю Солис. Время покажет, к лучшему ли. Уверен, так и будет. Но сперва... Зона 1. Зона 1. Ну, поедем. Постреляем. Волнуешься, Ланса? Из-за шанса наконец все закончить? Да. Из-за безумного броска в песчаную бурю? Ха, не особо. Не забывай о бойцах, которые попытаются тебя остановить. Ха, их я предоставлю тебе. Впереди замечена активность черной руки. Принято. Не дай поезду остановиться, Ланса. Я разберусь с черной рукой. Пушка в твоем распоряжении, мой юный друг. Противник в районе действий. Не, ну это пока... Это пока прям какая-то легкотня. Берегись справа! Чё там? Меня, ребят, что радует, так это то, что эта пушка ваншотит абсолютно любую технику. Ну, в данном случае я имею в виду наземную технику. Рико, на рельсах танк! Рико! Рико! Чё там? Подожди, понял. Черт. Так, проезжаем. Проезжаем. Офигеть, что-то прям реально дофига техники стало. Еще одна баррикада. Еще одна баррикада. Окей. Останавливайся, я расчищу путь. Так, проезжаем. Рико, в ответку. Эй! Этот поезд хорошо защищен, Ланса. Я не сомневаюсь в конструкции, но взрывы и стрельба, они нервируют. Ты отлично справляешься. Рико, впереди! Я займусь этим. Ой, блин. Скоро мы пройдем через песчаную бурю. Я готов. Так, вертолеты пошли. Ну и пока что, ребят, на данный момент абсолютно все четко. Противник не стал наступать. Сохраняем бдительность. Противник, говорит, не стал наступать, ребят. Вон оно что. За все годы работы в зоне 1 я ни разу не бывал внутри. И что скажешь? Глазам своим не верю. Брахлят после песчаной бури. Мы сможем двигаться дальше? Да, вероятно. Только осторожно. Рико, на рельсах! Принято. Ай, подожди! Я расчищу путь. Что? У нас чужой внутри. Нифига вас много! Попади! Получай! На!
чем дело? Песок забивает двигатели! В контакт не вступать. Всем отрядам сохранять бдительность.